полунами, матом и тагами. Так-то дома исписаны по-старому. Мы встали под знаменами там, где андер, там, где рап. От сердца для души, хип-хоп от брата к брату. Поверь, никак не для наград и грамот. Это true, а значит правда. Не были стадом, обороняли стиль и стайл, расставляя стуки на места. Как бы тебя не меняли года, никогда не гадай на нет и да. То, что сделано, то прожито, но прошлое не врет. Ты готов? Тогда вперед! Азюка бомба, та победал миру за хип-хоп. Бруклин, Зулу дали ход истории, родной Нью-Йорк. Тусы на баскетбольном поле, убойная пати. Диджи выбивает скретч, вызывая у толпы симпатию. Мастер церемонии, талантливые MC поместили пластинки на второе место. Теперь простой танцпол никому не интересен. В колонках Dolby Trap позже появилась гэнгста. Делили на East и West, на Queens и Bronx. Вот вопрос, кто есть best, кто есть true, кто есть fake. Так хип-хап оставил след, покорив 20 век. Так хип-хап увидел свет, доказав, что рэп не бред. Задолго до того, как появился модный свэк, примером подражания был Onyx и Wu-Tang. Перенимали моду на трубы, кепки и кеды. Ребята из гетто танцевали брейк. Баллонами, матом и тагами, так-то дома исписаны по-старому. Мы встали под знаменами там, где андер, там, где рап. От сердца для души, хип-хап от брата к брату. Поверь, никак не для наград и грамот. Это true, а значит правда. Не были стадом, обороняли стиль и стайл, расставляя строки на места. Как бы тебя не меняли года, никогда не гадай на нет и да. То, что сделано, то прожито, но прошлое не врет. Ты готов? Тогда вперед! 90-е, развал СССР, предшествовал прогресс. Об этом говорили все, но не писали в прессе. Естественно, народ тянулся к новому, вылазил из подвалов. О культуре прямиком из штатов нам поведал Валов. Донести слова в народ, слова о главном. Сколько безымянных, так и не сыскали славы. Теперь же каждый пятый еблобан читает рэп, называя себя андеграунд. Когда же творчество успело стать сопливым? Когда вдруг рэпера сменили джинсы на лосины? Стихи теперь пустые, а дух теряет силу. Какой позор, ребята, стыдно за Россию. Баллонами, матом и тагами, так-то дома исписаны по-старому. Мы встали под знаменами там, где андер, там, где рап. От сердца для души, хип-хоп от брата к брату. Поверь, никак не для наград и грамот. Это true, а значит правда. Не были стадом, обороняли стиль и стайл, расставляя стоки на места. Как бы тебя не меняли года, никогда не гадай на нет и да.